Всем привет! Вы на канале Садовый Ответ. Сегодня у нас пришла очередная посылка от компании Абхоз. Это в этом году уже третья посылка от этой компании. Будет еще четвертая. Это посылка с фониками. Вот такая коробочка. Итак, по поводу доставки. Доставка была более длительная. Почта 4 дня. И на сборке посылка пролежала более 10 дней. Не знаю, что там собирали. Сейчас посмотрим. Здесь заказано 11 саженцев. Это можжевельники и туя. Упаковано все очень даже хорошо. Вообще в этом году я побоялась заказывать декоративные кустарники, деревья. Заказала только хроники. У меня с прошлого года есть негативный опыт заказа именно декоративных кустарников. Все лапчатки у меня погибли. Они пришли залитые гнилой корневой, они не перезимовали. Итак, туя смарагд 97 рублей и скальный можжевельник Skyrocket 138 рублей, 10 штук, итого 11. Почему в принципе 11? Потому что доставка до моего региона, закажи ты хоть 3, хоть 5, хоть 10, будет 300 рублей. Закажи 11, будет 300 рублей, а уже 12 это 600. В два раза дороже. Поэтому 11 это оптимальное количество. Итак, смотрим. Это, скорее всего, можжевельник. Коробочка, ничего не подписано. Можжевельник Skyrocket. Вот такой маленький можжевельничек. Небольшой. Ну, все упаковано. Так. Корневую. Давайте вначале все распечатаем, а потом уже будем смотреть корневую. Второй. Так, тоже. Вообще одинаковые, абсолютно одинаковые по размеру. Смарагд туя. Вот такая туйка. Корневую посмотрю немножечко позднее, когда все распакую. Следующий. Угу. Вот такой можжевельник. Вообще я ожидала, что можжевельнички будут немножечко побольше. У них есть группа ВКонтакте у этой компании. И там по запросу посетителей выкладывают фото саженцев. И вот как-то где-то в начале сентября выкладывали фото скального можжевельника Skyrocket. На фото он выглядел побольше. Так, еще один. Ну, в принципе, даже вот для такого саженца 138 рублей это недорого. Хотя бы живой. Посмотрим, насколько еще корневая у них хорошая у этих можжевельников. Вот так вроде зелененькие. Такой еще один. Так, еще один. Последний можжевельник Skyrocket. Вот такой. Так, ну что, в принципе, вот все можжевельники, они все одного размера. Вот все зелененькие. Ну, вот так вот выборочно я возьму. Корневую показать. О, мыха-то сколько. Все надо будет убирать. Так, стопово. Корневая. Ну, не скажу, что прям много. Но нормально. Давайте еще несколько посмотрим. Прям. Что-то там ползает. Поближе. Да. Надо обрабатывать будет.
стекляшки в грунте высыпаются. Так, еще один посмотрим. Ну, это как бы нету такого плотного кома корневой, поэтому он вот как бы очень рыхленько такое все. Ну, не знаю, с чем это связано. Возможно, не настолько большие растения, не настолько большие туйки, вернее, туйки, можжевельники. Корневая еще не особо развита. Конечно, это небольшие растения. Им очень долго надо будет расти, формировать корневую. Вот это туя, смарагд. У нее немножечко дела получше стоят. Так, ну, в целом я могу сказать, что вот если для вас не важен размер растения, то, в принципе, можете заказывать. Пришло все живое, зелененькое. Ну, в принципе, что скажешь, нормально? Оператор? Нормально. Хорошенькие, зелененькие. Ну, я думаю, отрастут. Конечно, нужно будет время немножечко побольше, год-два, для того, чтобы они доросли до нужного размера. Но так, в принципе, зеленые, живые. Ну, и цена 138 рублей. Вырастут. Поэтому, если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на наш канал. Будут еще интересные распаковки. Всем до свидания. До свидания всем. Всем пока.